Представьте, парень в гостях у девушки уже 3 часа, и все, что они делали, это ничего. А вот это все мои друзья. Вот это да. Это мой хомячок Хома. Вот это фантазия. А с этим Мишкой я сплю, угадай почему? Потому что он не может убежать. Да нет, потому что он ущипучечка. Как же я сам не догадался. А хочешь прикол? Не знаю, готов ли я. Когда родители на дачу уехали, мы с девчонками вшестером бутылку шампанского выпили. Алкаши прям. Содом и Гоморра. А хочешь еще прикол? Подожди, дай отдышаться. Потом мы звонили Танькиному парню, дышали в трубку и смеялись. Мощный прикол. Ничего смешнее в мире уже не будет. А потом мы Катькиного младшего брата накрасили и нарядили как девочку. Я ошибался. Это еще смешнее. С тобой прям не соскучишься. А еще у меня есть мечта. Но она глупая. Не может быть. Но ты такой хорошенький. Я тебе расскажу. Заслужил таки. Я мечтаю. О принце на белом коне. Ты читаешь мои мысли, мы одинаковые. Не дай бог. А почему ты ко мне пришел? Инстинкт размножения. Что? Неземная любовь.